взял мопед и приехали на рынок. Здесь вот сразу есть мангалы, можно приготовить. Сейчас с краю зайдем, посмотрим. Креветки выпрыгивают. Живой, настоящий. А вон еще. Вот так вот. Сразу цены видно. Кальмарчики, крабовые лапки. Да. Но это только с края. Крабы. Цены, в принципе, видно. На рынке гораздо все дешевле, чем продают готовые. Сейчас там в тот ряд пройдемся. Вот такие крабы по 350. Все свежее. Соусы разные. Рыба, осьминожки, кальмары. Но запах, конечно, здесь присутствует. Разных размеров. Мидии. Улитки морские, крабы, кальмары. Здесь же зелень, чеснок, все это есть. Сразу можно взять, все в номере приготовить. Омары. Мясо здесь же сушеное, рыба, на любой вкус. Живой плюхается. Кальмары разных размеров. Вот такой рынок Северной Паттайи. Это если ехать от терминала 21, это получается по левой дороге, не мимо терминала, который идет, а левее, поднимаемся наверх до самого конца. Там как бы немножко раздвоение. Посередине будет зеленый газон. И все сворачивают налево. Это как раз вот на этот рынок. Вот таких вот креветок мы и возьмем. О, по 300 бат вот таких креветок возьмем. Светлая креветка чуть побольше, 320. И возьмем немножко осьминожек. Приготовим. Ну, так вот он идет там дальше. Все, кто желают, могут приехать на рынок. Цены прекрасные.
Это не на улице покупать 10 креветок за 200 бат. Здесь килограмм за 300 бат. Плюхается. Мопед дает свободу. Ладно, выходим отсюда. Сейчас выйду на дорогу. Покажу на дороге, как выглядит въезд сюда, на рынок. Потому что многие приезжают первый раз и ищут этот рынок. И что понравилось за мопед, чтобы не переживать, хотя и так везде все бросают, но есть парковка платная, 10 бат стоит с мопеда. Поставил и спокойненько пошел, не переживая. Здесь же не только морепродукты, здесь же фрукты. Даже вон посмотрите, ну что, с чем сравнить? Особо пока не вижу, с чем сравнить. То, что цены вижу, такие же, как мы покупаем у фермеров. Thank you. Fresh 30 бат. Сушеные для пива, кто любители. Манго 100 бат. Да нет, здесь особо-то фрукты не дешевле. Вот именно сушеные вещи, они дешевле. Опять же, манго, оно разное. Вот тоже рай для любителей сушеного и соленого. Сразу цену. О, мелкая рыбешка. Здесь тоже и соломка, и все на свете, и целенькие кальмарчики. Великолепно. Даже не то, что можно, даже нужно приехать сюда. Ладно, выходим на улицу. Так, выйду, покажу, где это. Нравится мне здесь в Таиланде, обвесы на автомобиле оригинальные. Вот парковочка, вот там девушка сидит. Заезжаешь, 10 бат отдал и спокоен. Вот про какой зеленый островок говорил. Дорога идет, и потом вот разделяется вот на такой островок. Дерево посередине сидит. Ограждение. Встречная здесь нету, здесь дальше идет односторонняя. Так что на этом зеленом островке с деревом поворачивайте налево, и вот это есть рынок. Всем приятного посещения рынка. Всего вам доброго.